23-е заседание Совета депутатов городского поселения Загорянский начали с отчета об исполнении бюджета за первое полугодие 2015-го. Доходы поселения за 6 месяцев составили 31,5 миллионов рублей, в то время как расходы почти 25 миллионов. Был представлен подробный отчет об исполнении таких программ, как эффективная власть, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, ЖКХ, дорожного хозяйства и других. В целом, если смотреть по программам исполнения 17.4, по непрограммным мероприятиям, которые 36, в целом средний показатель 22%. Такое исполнение бюджета, по словам сотрудника администрации Загорянки, следствие того, что большая часть затрат пришлась на второе полугодие 2015-го. Маленькое исполнение, я говорю, основная наша работа, это была в третьем квартале, это очень много было все проведено. Также на совете перед депутатами выступил житель городского поселения Загорянский Валентин Слесарев. Его, как и многих, интересовал вопрос строительства на улице Пушкина. Возведение офисного здания, а также ресторана в гуще населенного пункта, по его словам, было запрещено. И поэтому сейчас стройка проводится незаконно. Житель попросил разобраться в вопросе и включить его в повестку дня. Мы надеемся, что в этом вопросе вы, как наши представители, мы вам эти полномочия свои передали, будете не на стороне администрации, а на стороне нас, жителей. Совет депутатов поддержал инициативу жителя. Вопрос будет еще неоднократно рассматриваться на заседаниях. Также народные избранники отправили на доработку регламент Совета депутатов. С внесенными изменениями документ повторно отправится в прокуратуру. Мария Масайли, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».